Я искал волонтерские организации, нашел одну и пару раз побыл автоволонтером, и в чат пришло сообщение на эту организацию. Помощь людям, кормление малоимущих людей. И я сюда пришел в 2020 году летом, ну и понял, что мне здесь нравится, и до сих пор я здесь. Создала его Ирина Черепанова. Она занималась йогой и сформировалось у нее желание заняться служением людям, помогать им безвозмездно. И чем привлеку? Потому что ну, близко к людям. Ты сам приходишь, сам покупаешь еду, сам ее готовишь и сам людей кормишь. То есть максимально вот, нет отрыва от земли. Ну, мне кажется, это важно. У меня изначально отторжения не было, но это мнение слышал от многих людей. Условно, зачем я буду им помогать, они сами виноваты, что попали в такую ситуацию. Вот, популярная позиция. Я изначально считаю, что, во-первых, ты на себя не берешь ответственность за них больше, чем нужно. Вот им нужно покушать в это воскресенье. Ты их кормишь, ты благодарен им, ты их с любовью кормишь, и все. Дальше ты ответственность не берешь. Что дальше, кто дальше будет в следующее воскресенье, ты не знаешь, но это и не твоя печаль, это не твоя ответственность. Сегодня у нас второе. У нас варится каша гречневая. У нас будет поджарка из моркови и кабачков. Вот томатная паста, хлеб и вафли. И наш фирменный травяной чай. Кому-то удобнее помогать финансово, люди жертвуют деньги, и мы их используем. Кому-то этого недостаточно, то есть помимо денег ты жертвуешь сюда своим временем, плюс занимаешься организацией. Люди горят, выгорают. Там год может проходить почти каждые выходные, и потом он сюда уже там, несколько лет может не приходить, потому что просто выгорел. И здесь надо понимать, ну, чувствовать само себя, где у тебя ресурс, горишь ты, не горишь. Мало людей, те, кто организовывает кормление, мало тех, кто приходит на волонтерство. Вот. Из-за этого сбивается график волонтерства и ну, тратится дополнительные силы на то, чтобы его еще раз организовать. В паблике там 100 человек, в чате нашем волонтерском, и ну, это не сильно увеличивается. И в принципе вот мы ну, как бы идем по одному и тому же пути. Вот, а хочется что-то нового, свежего, но вот пока в поиске. Но это достаточно сложно, что-то новое на рельсы поставить. Нужны опять же люди, нужны ресурсы, нужна энергия. Вот. Вот в Питере приезжали марги, и там у них прям классно, что есть шеф, вот, есть его помощник, есть волонтер, и есть кто занимается именно только десертами. Вот. И у них это прям на систему и классно. У тебя разнообразное меню получается. Роли есть и есть актеры, которые их исполняют. Вот. У нас как-то. Тут пока, ролей полно, а актеров не так. Хватает. Ты начинаешь любить людей. Вот если ты раньше любил, не знаю, свою семью, те, кто тебя окружали, то теперь ты любишь абсолютно по умолчанию всех людей. И это снимает очень много проблем в жизни. Ты не нервничаешь в очереди, ты не ругаешься за рулем. И не тратишь свои жизненные силы на это. Ты просто любишь людей и понимаешь их. Хочется максимально служить, насколько у тебя хватает ресурсов. Смысл, чтобы магия вся работала, да, чтобы любить людей, нужно вот что. Нужно сюда прийти и с любовью готовить. Вот ты, например, режешь морковку, да, или там варишь гречку, или жаришь кабачки. И вот в этот момент погрузиться и максимально его готовить с любовью, чтобы у тебя мысли были не где-то в третьем месте, да, а именно здесь, и ты вот прям режешь, делаешь это с любовью. Ребят, за вафли и подходите, посвящаем. И дальше, когда вы все приготовили, вы едете туда и то же самое кормишь людей. Кормишь людей с благодарностью. И не в том, что кто-то тебе потом даст за эту благодарность что-то. Какой-то человек, либо там Господь Бог тебе какую-то карму хорошую даст. Ты об этом не думаешь, ты просто это делаешь с благодарностью, безвозмездно. И вот тогда это правильное кормление, как я считаю, и вот тогда все и произойдет, все чудо.